Як гасити лісову пожежу на сотні гектарів, коли палають величезні дерева, а від диму не рятує навіть протигаз? І що потрібно вміти, аби стати приборкувачем вогню? Про все це говоримо напередодні Дня рятувальника прямо зараз. Мої гості – заступник начальника головного управління ДСНС в області Едуард Горбачов, начальник управління цивільного захисту облдержадміністрації Сергій Коваленко, начальник караулу 2-ї ДПРЧ 8-ї ДПРЗ Денис Міхеєв. Будь ласка, одразу скажіть, що це таке ДПРЧ? Державна пожежно-рятувальна частина 8-го державного пожежно-рятувального загону. Дуже дякую. Та Михайло Маринець – це людина, яка просто йшла та врятувала дівчинку під час пожежі. Дякую, що звітали до нас. Вітаю. Едуард, яким був 2017 год для подразделения ГСЧС в Днепропетровской области? Вот именно главного управления всего и подразделения отдельно. Ну, вы знаете, наверное, в плане ежедневной работы он мало чем отличался от предыдущих годов. Да? И, может быть, еще, наверное, рано говорить, что он был еще 3 месяца в этом году. И как бы неизвестно, что они нам принесут. Единственное, конечно, что этот год отличается от многих предыдущих. И, наверное, надолго запомнится. У нас очень давно не было такого жаркого лета. И количество пожаров соответственно. Соответственно, причем это именно лесные пожары, очень тяжелые, очень сложные в тушении. Вот этим год, наверное, отличался от предыдущих. А так, в общем-то, наверное, были и положительные моменты в этом году. Вот как то обмундирование, которое мы получали, спасибо городским властям, всех городов, которые помогают нам в эти тяжелые. Спасибо областной администрации, областной раде, которые тоже не забывают про наши нужды, в общем-то. Поэтому, а в плане работы, наверное, как многие-многие годы до этого. Жарче было, горячее. Жарче, горячее. Вот буквально месяц назад, даже меньше месяца назад в Павлограде, под Павлоградом горели леса. Это было почти 90 гектаров, это... или сколько. У нас есть кадры, да. Мы сейчас покажем. Вот скажите, сколько часов можно было тушить такой пожар? Вы знаете, это зависит от очень многих факторов. От силы направления ветра, от погоды, которая складывается в ближайшем. Но такие пожары тушатся не один час. Ну, пока видно только дым, да, вот, или это вертолет, или что. Только в прошлом месяце у нас было 6 масштабных лесных пожаров, один из которых перерос в надзвичайную ситуацию. Это как раз тот пожар, о котором мы говорим. Вот. И они были настолько сложными, что для тушения 3 из них пришлось привлекать авиацию специально. В целом такое не часто бывает. Авиацию привлекают? Да, авиацию привлекают не часто. Сейчас мы увидим вот именно пламя, и горели даже деревья. Почему даже в лесу? Ну, просто я имею в виду верхушки деревьев, кроны. Это самое сложное, это верховой пожар. Вот мы сейчас это как раз видим. А сколько было выездов вот в такой промежуток времени, я имею в виду жаркое время года, сколько выездов могло быть в сутки? Или вы выезжали и могли дежурить сутками и тушить пожар? Да, если пожар не потушен, конечно, никто не уезжает, его тушат. А вообще, на сегодняшний день, с начала года, подразделения области выезжали 13 975 раз по сигналу тревоги. Значительно больше, чем дней в году, вот если посчитать, да. Да. Денис, мы были вчера в вашем подразделении, но об этом мы немного позже. Как вы решили стать спасателем? Почему решили, что все-таки это ваше призвание? Ну, это у меня была такая очень неприятная, так сказать, история из жизни, да. Я сам из Зеленодольска, это Днепропетровская область, и у меня примерно в 10 классе на глазах умер друг. И я ему, его ударило током, я ему никак не мог оказать помощь. Мы достали его, приехали медики, спасатели, я видел, как они работают, как они боролись до конца, и я себе просто такого не мог простить, что как я не мог человеку оказать помощь. Ну и вот после этого я решил, что не должно быть таких ситуаций, в которых я буду беспомощен. Сколько лет вы уже в ГСЧС работаете? Именно на должности начальника караула 2,5 года. 2,5 года. Ну а как вообще в целом до вашего выбора, как к вашему выбору отнеслись родители? Были всеми руками, ногами за, или же все-таки было опасение, все-таки страшно выезжать на пожары, тем более мы видели, какие они бывают? Не, со стороны родителей была только поддержка, они меня всегда держали кулаки за меня, как бы, даже бывало, я выезжал на такие серьезные пожары, и после этого и мама меня по телевизору видела, как бы рассказывала, спрашивала, ну, всегда были всегда за меня. Ну, героем себя почувствовали?
Чуть-чуть? Совсем чуть-чуть. Это наша работа, тут героизма нет, это наша работа. Вот вы максимально сколько раз выезжали на пожары? Ну, в этом году у меня было 18 раз. 18. А ваша часть вообще? У нашей части рекорд стоит 28 раз. С учетом того, за сутки, да. 24 часа, но выезжали 28 раз, больше, да. Чем часов в сутках. Да. Ну, Михаил, вот у вас совсем такая неоднозначная ситуация. Вы не спасатель, но тем не менее уже и спасатель. Расскажите, вы спасли девочку. Как это произошло? Повертався з роботи зранку. І сусід говорить: Міш, десь димом чути. Я глянув по сторонах, ніде так вогню не видно. Коли я глянь на вікно, вікно почорніло вже чорне на першому етажі. Ну от я крикнув до нього, що він визивав пожежних. І знав я, що там може бути дитина. Бо там мати з маленькою дитиною живе. І от до дверей підбіг, двері зачинені. Двері металічні зачинені. І ну от тоді ж на балкон випригнув, вибив двері, зайшов в одну кімнату. Ну там диму і нікого не було видно. Потім в другу кімнату двері вибив і зайшов, маленька дитина сиділа в углу. Ну вже так. Ну, я зняв куртку, завернув її в куртку, вибіг на балкон, і якраз дружина спустилася, я їй передав дитину. От, і сусіди почали, ну, ще один сусід прибіг, і почали, жінка почала воду носити, почали ми з хати викидати все, все, що горіло, через балкон покидали на вулицю і притушили пожежу. Та дитину забрала дружина, занесла до хати, визвали швидку, приїхала швидка, медики оглянули дитину. Ну, сказали, що просто диму багато надихалась. Та й от таке. Михайло, це перше у вас таке в житті, що ви врятували дитину? Ну, врятувати дитину перше. Чому не злякалися? Як так вийшло? Чи взагалі не було ніяких сумнівів? Я не знаю, в цей час не думав про це, що про наслідки, які можуть бути. Думав, ну, знав, що там дитина є і може бути вона в хаті. Ви знали цю дівчинку, так? Ну, так, да, знав. Вона здоровкалась зі мною не раз на вулиці. А так, щоб я їх добре знав, не. А де саме це сталося? Це у Дніпрі? Ні, це з посілок Таромське. Посілок Таромське, ну, чотирьохетажка. От, на першому етажі. А після того, як ви врятували дівчинку, як родина почала ставитися саме до вас? Це нормально. Ну, тобто не було такого, як герой, там, нічого ні, такого? Ні, спокійно. Ну, добре, тобто, дякую. Подякували і все? Ну, так, да, подякували. Та й все. Така чудова історія. А загалом, ну от якщо за весь ваш опит, якщо взяти, Едуард, скажіть, от часто буває таке, що люди, громадянські ліца, да, от самі просто бросаються і починають допомагати? Или це постійно на пожарах таке? Ні, ну, на пожарах как бы, люди постійно не допомагають, тому що це специфічний вид діяльності. Ну, а зараз Михайло рискував життю. Естественно, є люди, ну, которые готовы к самопожертвованию, и человек рискует жизнью. Не все способны в определенный момент как бы сделать то, что сделал Михаил. И в общем, что, но опять же, он заходил туда, потому что не было как бы, ну, до того, как прибыли спасатели. Потому что, ну, в такой ситуации мы туда не пускаем людей. Это безопасность, этому учат. Спасатели обучают, они не приходят, ну, они приходят с улицы, но их допускают к тушению пожара только после обучения, после того, как они проходят определенную подготовку. Поэтому говорить о том, что на пожаре, когда работают спасатели, там кто-то, люди помогают, ну, чаще снимают на телефоны рядом. Тоже такая помощь своеобразная. Больше не делайте такого. Сняли, выложили. Сергей, уже много благодарили облгосадминистрацию по поводу того, что предоставляли помощь неоднократно. Это и
одежда и, ну, в общем, много всего. Расскажите, чем именно, какие программы были направлены на помощь? Я хочу сказать, что это не там это не одногодная, один год, допустим, мы дали помощь и все. Это не разово, это ежегодная практика, когда областная администрация, областная рада поддерживает по различным региональным программам, в первую очередь, такую большую нашу спасательную службу нашей Днепропетровщины. Кстати, она самая большая по количеству личного состава, по количеству подразделений, на сегодняшний день самая большая в Украине, наша спасательная служба Днепропетровщины. И поэтому практически каждый год и губернатор, и глава областной рады, значит, каждый год заботится о наших спасателях. Каждый год, практически в течение года, не к праздникам, как это обычно заведено, начиная практически с начала года, каждый год подразделением спасателей дается помощь. Допустим, в 2015 году такая помощь надалась примерно на сумму около 8 миллионов гривен. В 2016 порядка 4,5 миллионов. В этом году уже то же самое, порядка 4,5 миллиона гривен. И это еще не предел. В этом году спланировано также обеспечить подразделения индивидуальными масками защитными для как раз вот действий при пожарах, а также закупить еще и аппараты на естественном воздухе для работы, в первую очередь, с двумя баллонами, для работы в том числе и метро, с учетом того, что сейчас перспективы строительства в городе Днепр других станций, увеличение количества станций, соответственно, риски увеличения чрезвычайной ситуации. Это на всякий случай? На всякий случай. Это профилактическая работа ведется, естественно, с учетом того, что возможны чрезвычайные ситуации, как это было недавно, допустим, в том же Киеве. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что такая работа ведется постоянно. И не только, допустим, там техника какая-то вручается, это и различное инженерное оборудование, это и вот, как я сказал, средства защиты органов дыхания, в том числе гидравлические инструменты для спасения. Кстати, в каких-то автомобильных катастрофах и наше оборудование, которое вручалось подразделением спасателей, не раз уже спасло жизни жителей области. В первую очередь в автомобильных катастрофах. Ну да, поэтому ведь пожарные и спасатели, собственно, выезжают не только на пожары, они выезжают на очень многие чрезвычайные ситуации. Большинство, вернее, можно сказать. Хотя есть ряд случаев, когда они применяются, ну, во второстепенных ролях, к примеру. Это вопросы, к примеру, эвакуации населения в случае чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции. Кстати, вот 2 недели назад проводились совместные украинско-американские учения по этим вопросам, где отрабатывались теоретически все эти вопросы. Это и в случаях катастрофического затопления, к примеру. Это и расчистка дорог, хотя сейчас роль спасателей с каждым годом при в зимних условиях, при ухудшении погодных условий, роль спасателей с каждым годом увеличивается. Хотя эта задача в основном подразделения облавтодора, но не обходится ни один случай практически без участия самих спасателей. И ряд других моментов, где они, это и тушение лесных пожаров, кстати, где первую и главную роль все-таки выполняют подразделения лесного, областного и лесников подразделения, потому что в лесах есть своя специфика. В остальных случаях спасатели, они впереди, спасатели, они в общем, прибывают. Работы хватает. Вовремя работы хватает. Вы слышали, сколько выездов бывает только по одной части, по одному подразделению. Таких подразделений очень много. Поэтому за сутки бывает до нескольких тысяч даже выездов. По поводу транспорта начали говорить. Вот 12 сентября буквально вручали транспорт. Присутствовал и генеральный консул Германии в Донецке, который сейчас базируется в Днепре, консульство. Что это за техника? Рассказывайте. Значит, ну, от обладминистрации, от облрады вручался автобус. Автобус дальше тоже будет? 35 посадочных мест. Вот он, кстати, который купили мы недавно буквально для того, чтобы перевозить. В первую очередь, опять же, подразделение спасателей, подразделение для того, для, в том числе для тушения лесных пожаров, потому что там не только техника требуется, там требуется и человеческий ресурс. И ряд единиц техники, которые вручались, и там показывали сейчас на кадрах, и обмундирование, которое вручалось в первую очередь. Вот оно, кстати, это австрийское обмундирование, очень современное, хорошее, которое не боится высоких температур. И в нем намного надежнее, безопаснее работать. То есть это
первую очередь, безопасность наших спасателей и их жизни. Ну, техника, которую показывают, кроме вот этого крана, который это с ДСНС, то же самое через немецких партнеров, тоже был вручен этот кран. Очень большой подъем, грузоподъемности, 180 тонн. Ну и ряд других единиц техники, которые вручали. Это не последнее вручение, я понимаю. Не последнее, безусловно. И обещают еще и ДСНС вручать технику. И мы, как я сказал, уже будем вручать еще аппараты и маски. Эдуард, по поводу уже о более насущном, то, что интересует всех жителей, это вызов по 101 и 112. Все-таки по какому номеру стоит звонить и как происходит распределение звонков, которые поступают? Смотрите, значит, на сегодняшний день существует, да, два номера экстренной помощи, которые относятся к нашей службе. Значит, если вы наберете номер 112, то независимо от того, в каком уголке области вы находитесь, ваш вызов попадет сюда в центральный аппарат. Вот, 112 замыкается только на центральный аппарат. А если пожар, куда звонить? 101. 101 все-таки. И вы попадете в ближайшее подразделение. Так устроено, так специально сделана телефонная связь, что по вызову 101 вы попадете в ближайшее от вас пожарное подразделение. Есть какое-нибудь время доезда до пожара? Сколько это составляет? Ну, норматив... При нормальных условиях. При нормальных условиях время прибытия пожарного подразделения, вообще нормативное, не должно превышать от 20 до 30 минут для сельской местности, для города это время еще меньше. Вот. Но мы понимаем, что на сегодняшний день реалии жизни таковы, что не хватает на самом деле, несмотря на то, что наш гарнизон действительно на сегодня самый крупный в Украине по количеству людей, по количеству подразделений, тем не менее есть такие точки, куда время прибытия гораздо превышает, потому что отдаленность населенных пунктов от пожарной части иногда составляет до 70 километров. И еще уточнение, 112 принимает звонки любого чрезвычайного характера. То есть это не только пожар, это может быть все что угодно. Да, но диспетчера в любом случае, понятно, что люди звонят как бы и на 101, и на 112, звонят часто по любому поводу, и те, которые относятся к вопросам и медицинским, и те, которые относятся к вопросам полиции. Но, тем не менее, как бы диспетчер, для этого существуют диспетчера, которые примут этот звонок, примут информацию и при необходимости перенаправят ее в соответствующей службе, либо же отправят спасателя. Денис, вы помните свое первое дежурство, когда вы уже были начальником караула, как оно проходило? Да, я даже помню свой первый выезд. У меня очень был серьезный такой. Получается, примерно где-то в 12 часов дня поступил звонок о том, что горит квартира у нас по Комсомольской. От нашей части это примерно метров 800 было. И мы же сразу в три отделения поехали в аппараты, включились, забежали, выбили дверь, начали, сказали, там должен быть дедушка как бы. И мы же начали проводить разведку, со стволом зашли. И как бы начали все прощупывать. Я просто помню, я руку положил на кровать и положил руку на вот этого дедушку, который как бы уже умер. Да, и получил такие первые ощущения. Ну ничего, к этому привыкаешь, с этим работаешь. Поясните, пожалуйста, со стволом зашли. Ствол это? Ствол это от машины сразу, когда заходит звено ГДЗС, это получается человек в аппарате в маске. И мы заходим сюда со стволом первой помощи, то есть рукавная линия и ствол, в который всегда подается вода. Это для того, чтобы, может быть, разные приток воздуха, открыть разбитое окно, сразу вспыхивает, и огонь начинает гулять по всей квартире. И это для нашей безопасности, чтобы мы его смогли поймать и притушить. Ваш караул несет круглосуточное дежурство, да? Да. Вот вы говорили уже, сколько выездов было в этом году? 18, да. В этом году? В сутки 18. А вообще в этом году сколько было выездов? Есть информация? Нет, это вот общее вы говорили. По каждой части мы как бы так не ведем такую статистику. Ну, во всяком случае, неправильно, мы ее ведем, но просто я не Вы скажите, сюда. Просто ваша часть, она наиболее часто выезжает на выезды или нет? Потому как да. я наслышана, вроде вторая как. Вторая часть у нас самая выездная. Самая выездная. То есть большая часть из того, что вы назвали, приходится, если распределить на все части, которые есть в Днепропетровской области, то все-таки у вас в среднем будет больше. В среднем чаще, да. В центре города, получается, и мы... Хотим, не хотим от этого, мы перекрываем все ближайшие районы. Получается, у нас... Денис, мы вчера были в вашей части, и мы посмотрели, насколько быстро вы собираетесь на вызовы. Давайте посмотрим. Внимание на экран.
Наш рабочий день начинается где-то без 15:08. Мы приходим на смену, принимаем дежурство, принимаем технику, принимаем помещение. Принимаем оборудование, с которым мы работаем, которое лежит на машинах. Максимум выездов на моей смене это было 26 за все сутки. Смена с 8 утра до 8 утра, то есть 24 часа. Служба бронирования, слухаю вас. Да, я вас понял. Первый ход на выезд. Первый ход на выезд. В общем, очень быстро. Скажите, за сколько секунд собираются пожарные, спасатели, я имею в виду, надевают на себя все обмундирование? 45 секунд. Не больше 45 секунд. Я слышал, что ваши быстрее. Ну, конечно, мы же вторая часть, у нас все быстрее. То есть даже быстрее 45 секунд. Да. И вот примерно выезд, вот так вот, чтобы все наготове всегда машины, и вы выезжаете довольно быстро и сразу же, ну... Конечно, очень-очень напряженная работа, но тем не менее. Михаил, скажіть, чи не виникало у вас бажання після того, як ви врятували дитину, стати рятувальником? Чесно сказати, було. Ви приходили? Ну, так, ще я не приходив після служби поки. Ну, було бажання піти. І поки що воно є? Є. Эдуард, скажите, а вот действительно ли собираются делать волонтеров-огнеборцев, которые могли бы прийти и помогать вот пожарным на каких-то в условиях реформирования? Что-нибудь есть такое? Конечно. Значит, вообще законодательство Украины предполагает о том, что кроме государственных пожарных частей спасательных, существует еще несколько видов создания добровольных пожарных дружин. Это местные пожарные команды, которые содержатся за счет местного бюджета. И добровольные пожарные дружины – это люди, которые находятся, по большому счету, на других работах, но в случае объявления там, пожара, сбора, с ними заключены, они точно так же застрахованы, как наши спасатели, они проходят специальное обучение и привлекаются для тушения пожаров. Опять же, это делается в первую очередь в сельских местностях для того, чтобы вот убрать ту проблему, о которой я вам говорил, да, большое расстояние от населенных пунктов, от сельских до пожарной части. То есть для этого в сельских населенных пунктах создаются местные пожарные команды, которые, задача которых принять первый удар, то есть притушить, и в случае необходимости, тогда уже, когда прибывает наше подразделение, поскольку если поймать пожар на начальной стадии, последствия всегда намного меньше, чем если он уже успел разгореться. То есть у Михаила есть шанс? Конечно. Это здорово. Сергей, а как еще взаимодействует облгосадминистрация именно с спасателями, кроме вот того, что, естественно, вы помогаете финансово и закупаете необходимое? Ну, как я уже сказал, существует в нас в области глава облгосадминистрации, он же является руководителем региональной территориальной подсистемы гражданской защиты. Он, в принципе, руководит всей гражданской защитой по всем направлениям. Спасатели, они входят в ряд служб, у нас таких создано 12 служб гражданской защиты в области. Они входят в ряд служб, это пожарная служба, для того, чтобы выполнять функции по некоторым направлениям гражданской защиты. Кроме этого, значит, в ходе работы региональной комиссии ТБНС, которая заседает практически ежемесячно или при необходимости в случаях для предотвращения каких-то чрезвычайных ситуаций и так далее, значит, активно участие в этих заседаниях комиссии региональной принимает и подразделение Главного управления Державной службы чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, во многих, в том числе в ЭВАКО комиссии региональной,
есть представители от спасателей области. В других службах то же самое, где мы тесно с ними взаимодействуем. Кроме этого, есть оперативный дежурный главы облгосадминистрации, руководителя региональной территориальной подсистемы гражданской защиты, который в круглосуточном режиме то же самое дежурит и тесно поддерживает связь с оперативными дежурными, которые есть в Главном управлении Державной службы ДСНС. Кроме этого, на различных учениях, в ходе проведения каких-либо проверок то же самое, кроме подразделений от спасателей, представители от спасателей участвуют и наши представители от облгосадминистрации, от местных администраций во всех этих мероприятиях. То есть созданы практически сама система гражданской защиты, построена от объектовой на объекте. Есть объектовая система гражданской защиты, потом местная. Это включает в себя город или район, или сейчас уже территориальные громады. И строится все это, вливается в региональную систему гражданской защиты. Во всех этих случаях везде эта вся работа ведется в тесном сотрудничестве с подразделениями спасателей. Вы так хорошо знаете работу спасателей. Вы были сами спасателем? Я был и спасателем, и служил и в вооруженных силах до этого. Потом 5-7 лет работал в Главном управлении ДСНС. До этого возглавлял штаб в аварийно-ритуальном подразделении, то же самое в Верховцево. Многие годы, в принципе, работал и спасателем. И спасали числе. Человеческие жизни? Безусловно. Эдуард, Денис, мы были как раз еще в музее. Вот в этом здании, в котором находится ваше подразделение, это здание 1891 года, если я не ошибаюсь. Историческое здание. Вот мы там были в музее, мы увидели вот колокол, да, то есть раньше оповещали, не так, как сейчас мы видели диспетчер, то есть раньше звонили в колокол для того, чтобы оповестить, и как дальше передавался... это у нас что, это насос, которым воду качали? Да, или, да, да, да? Да. Тоже 1900 года, по-моему, выпуска. А это доска почета, да? Чем вы, кем вы гордитесь вот уже сейчас? То есть здесь мы видим, там очень много фамилий на этой доске почета. А Эдуард, скажите, а с кем вы вот сейчас гордитесь из тех, кто сейчас служит с вами? Вы знаете, мы гордимся в первую очередь всеми нашими людьми. Это есть техника, есть боевая одежда, есть там специальные приспособления, но ничего они не стоят без ребят, которые пойдут в огонь. И как бы выделять кого-то, может быть, отдельно я бы не хотел, потому что каждый спасатель на своем месте, он выполняет свою работу. И главная наша ценность – это люди. Ну, я все-таки тогда спрошу, я уже давно смотрю на Дениса и не могу вот не спросить. У вас две медали, да, я правильно назову это, если это медали, да? Вы работаете начальником караула 2,5 года. Это за этот период времени получено? Да, на протяжении. Первая медаль была в первом году службы, и вторая, получается, во втором. За что? Ну, за доблесть, это понятно. В каких конкретно случаях? Ну, получается, первая медаль – это за заслуги службы другого ступеня. Я ее получил, когда тушил пожар на Комсомольской, тоже недалеко от нашей части было. И, получается, мы приехали, горел дом на 4 квартиры. И горел первый этаж, получается. И я увидел, что в окне внучка, получается, девочка маленькая, просила о помощи. Мы же сразу поставили лестницу, в аппарате опять включились. И я разбил окно, достал девочку, передал в скорую. А потом она крикнула, сказала, что в квартире находится еще и бабушка. И я после этого залез уже в квартиру и нашел бабушку под диваном. Тоже достали ее, скорая откачала, все живы, здоровы, остались и счастливы. Вот первая медаль, это вы спасли два человека? Да. Двоих. А вторая? А второй, это у нас был очень сложный и серьезный пожар. Это был в том году на Карла Маркса 76, вроде, если не ошибаюсь. У нас по городу был объявлен 5-й ранг. Это означает, что все подразделения, которые есть в городе, направляются именно на это место. Горела крыша 5-этажного здания, 1000 квадратов. И очень сложность большая была в том, что здание старой постройки, то есть дранка про стенки, и огонь пошел гулять на нижние 4-й, 5-й, 3-й этажи. И мы полностью проливали, разбирали все здание, срезали все замки квартиры, эвакуировали всех людей.
Эдуард, у вас есть еще, да, вот вы хотели что-то добавить? Да, я хотел бы добавить, как бы, чтобы вы понимали, почему я говорю о наших людях, потому что только в этом году наградами высших, то есть Державной службы с надзвичайной ситуацией награждено в Днепропетровской области 59 человек младшего состава и 44 человека среднего и старшего состава. Это награждены за, вот, за события, ну, как бы, за различные выполнения своих обязанностей. И спасенные жизни. И спасенные жизни, да. Самое большое количество в Украине. По Днепропетровской области. По Днепропетровской области. Здорово. Вот я просто к тому, что Михаил, он может претендовать на звание спасатель года или же уже как-то удостоен, или же... Конечно. Вообще, расскажите об этом звании. Спасатель года, который присуждается, насколько я понимаю, людям, которые вот просто шли и спасли. Ну, это проводится акция, которая проводится ежегодно. Вот, и, в общем-то, все, кто, как вы говорите, шли и спасли, да, в общем, попадают в номинацию в эту акцию, но при любом раскладе, как бы, кто там становится самым высшим номинантом, то есть все люди, которые спасли чью-то жизнь, приняли участие в этом, все, несомненно, никто не остается незамеченным. Ну, а что главная нагорода? Це не дуже. Ви не думали про те, що буде якась нагорода або медаль, або ще щось? Та воно про те. Ну, не думав про це. Чи готові ви працювати 24 години? Ось так, у такому режимі. Як казав Денис, 26-28 виїздів. Та чого не привикши? Привикши працювати. А ви взагалі де працюєте? Ким? Ну, на даний час працюю на заводі. А чому кажете, що вам не звикати? Та ж, я працював 24 години, бувало, і так як колишній військовий, то для мене це не... А де ви служили? Ну, рік цьому вернувся з АТО. Тобто ви були у зоні бойових дій? А загалом ви родом з Дніпра? Ні, я загалом родом з Львова. І ви приїхали сюди? І тут врятували дівчинку? Ну, наверное, так мало бути. Эдуард, профессия спасателя. Понятное дело, что очень нелегко работать в таких условиях. Вот какими, какие навыки должны быть? Как обучают спасатели? Что они должны делать? Что должны уметь? Ведь просто не возьмешь так любого человека с улицы, хоть как бы он ни хотел, все равно нужно как-то посмотреть, и он должен что-то уметь, правильно? Ну, конечно, в любом случае человек, который хочет стать спасателем, он проходит профессиональный отбор. Это медкомиссия, это психологический отбор, то есть и после этого проходит соответствующее обучение. В зависимости от специальности, которого в спасателях ведь тоже есть различные специальности, вот, существуют программы подготовки. Ну и если человек хочет служить дальше уже в офицерском звании, то существует в Украине три учебных заведения, высших учебных заведения, которые готовят офицеров-спасателей. Нам нужны волонтеры, которые бы помогли? Или у нас укомплектована служба, и в принципе в помощи не нуждаетесь? Мы никогда не отказываемся от помощи. Я еще раз повторюсь, потому что, ну, несмотря на то, что вот, как бы мы всегда стараемся быть везде впереди и всегда успевать, иногда бывает, ну, вот как Денис сказал, да, 28 выездов в 24 часа. Это очень тяжело. Поэтому помощь волонтеров, помощь добровольцев, ну, она всегда будет к месту, наверное. Денис, что вы помните за все время, пока вы работали, вот какие были такие самые сложные пожары, куда вы выезжали? Ну, мой самый сложный первый пожар, это 5-й ранг по Днепропетровску, это у нас горели склады на Юдина. Площадь у нас была тогда около 2000 квадратов, горели склады с разной продукцией, и консервация, и мыльная, и тому подобное, как бы все было очень много. И опасность была в том, что там было очень много баллонов. Мы тогда эвакуировали, если я не ошибаюсь, около 70 баллонов. И тогда, кстати, вот взорвался первый баллон возле меня, и как я немного, так сказать, и прочувствовал, что это такое на том складе, да. Вот этот пожар для меня очень сильно запомнился.
Вот причины лесных пожаров. Вы очень часто говорите о том, что пятый класс пожарной опасности, да, вот облгосадминистрация просит не заходить в лес, потому что можно спровоцировать пожар. Вот эти лесные пожары, это человеческий фактор или что-то другое? Как правило, это, в 90% случаев это человеческий фактор. Это неаккуратное обращение с огнем, это где-то непритушенный костер, это где-то брошенный бычок, это людской фактор. Это люди, которые не думают о последствиях. Что грозит людям за то, что вот они так не думают о последствиях? Ну, это больше в компетенции полиции, хотя на сегодняшний день, на наш взгляд, наверное, слишком мягкое законодательство к тем людям, которые приносят такой ущерб. Вот. Ведь есть на памяти случаи, когда от такой халатной деятельности людей выгорали десятки гектаров леса. То есть, и, в общем-то, административные штрафы, которые накладывают, к сожалению, не всегда, наверное, отображают степень содеянного. Вот сейчас, в эти выходные, тоже пожарная опасность объявлена в лесах? Да. На сегодняшний день четвертый класс пожарной опасности. И на выходные то же самое будет, четвертый, пятый класс пожарной опасности. И как говорилось, что в этом году, к сожалению, больше всего дней. И самые большие периоды были длительности от пожарной, четвертого, пятого класса пожарной опасности. Такие последние случаи были в 2010 году. До этого практически каждый год нам приходилось намного легче, чем в этом году. Поэтому сложностей, безусловно, очень много. И сейчас, кстати, действует распоряжение главы облгосадминистрации о временном запрете посещения лесов в связи с повышением класса пожарной опасности. Кроме этого, проводятся рейдовые мероприятия подразделений областного лесного хозяйства и с подразделениями Главного управления ДСНС и полиции патрульной. Для того, чтобы все-таки как-то предупредить, и не только предупредить, но и проводить разъяснительную работу с людьми. Потому что, как сказали уже, практически это везде человеческий фактор. За исключением, наверное, Новомосковского военного лесхоза, где пожары возникали по причине проведения учебных стрельб, то есть проведения учений. Это человеческий фактор. Но все равно человеческий фактор, но там как-то он чуть по-другому. А так, даже последний случай, который был и в Петропавловском лесничестве 18 числа прошлого месяца, когда выгорело практически больше 60 гектаров, то же самое дачница одна так называемая, собрала мусор свой своего приусадебного участка, не задумываясь о том, какие могут быть последствия в условиях порывов сильных ветра, поджигает этот мусор и выжигает огромную площадь, больше 60 гектаров, в том числе и леса, в том числе и верхового пожара, что привело к ущербу более 2,5 миллиона. Вот такой поступок, казалось бы, чем он грозит, отделается, наверное, каким-то штрафом небольшим. Хотя я считаю, что... Буквально у нас очень мало времени остается, и хотелось бы, что к 17 сентября, все-таки, когда праздник, да, День спасателя, чтобы каждый из вас пожелал буквально по паре слов. Михайло, будь ласка, что бы вы хотели сказать это глядачам та рятівникам? Саме рятівникам, навіть найбільше. Рятівникам? Главное – здоров'я і дружби, щоб у них колективи були дружні, тоді у них все буде добре. Сергій? Наверное, щоб вони свій професіоналізм показували тільки на якихось учениях где-то і розказували в такій обыденной житті, але нігде його не приміняли в настоящих ділах. Денис? Нам остається саме головне – це терпіння, надіюся на лучшее, і удачі, без нього нікуди. Эдуард? Я хотел бы, наверное, пожелать всем жителям области, чтобы в вашей жизни было как можно меньше чрезвычайных ситуаций. А мы будем всегда готовы к ним и будем стараться спасать людские жизни. Я вас вітаю із прийдешнім святом. Я нагадую, що ми говорили про рятівників напередодні Дня рятувальника. Я бажаю всім приємного вечора та гарного настрою. Побачимось.